Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами вновь поговорим о современной ингаляционной анестезии. И вновь вопросы и ответы. И сегодня я постараюсь сдержать свое обещание, данное вам 3 месяца назад, когда после 7-й онлайн-школы ФАР я попросил вас об обратной связи, устраивает ли вас такой формат. Спасибо вам большое. Обратная связь показала, что формат лекций в виде ответов на те вопросы, которые поступают лектору, вполне устраивает. Ну, в таком случае давайте продолжим. Так же, как и в прошлый раз, я систематизировал ваши вопросы по отдельным большим темам для того, чтобы, ну, хотя бы вкратце осветить те проблемы, которые вас волнуют. Вопросы перед вами на слайде, и первый их пул был посвящен применению ингаляционной анестезии в акушерской анестезиологии, вернее, возможности такого применения. Поверьте, это далеко не все вопросы, все они просто не уместились бы в презентации, поэтому давайте просто попробуем разобраться в данной проблеме. Итак, общая анестезия в акушерстве. Показания, ну, конечно же, кесарево сечение прежде всего. И надо сказать, что кесарево сечение – это одна из самых распространенных операций в мире. И несмотря на все успехи регионарной анестезии, даже в Соединенных Штатах Америки, как видно из этой статьи, от 6 до 15% кесаревых сечений проводятся в условиях общей анестезии. А есть страны, где эта цифра доходит до 44%. Чем же пользуются наши коллеги за рубежом? Обратимся к серьезным источникам. В Великобритании поддержание общей анестезии при кесаревом сечении обеспечивается севофлураном более чем в половине случаев. Изофлураном – 45%, десфлураном – менее 2%, и только 0,3% анестезиологов пользуются пропофолом, обеспечивая кесарево сечение. Значит, ингаляционная анестезия достаточно широко распространена в акушерстве, и корни этого распространения уходят аж в 19-е столетие, во времена Станислава Кликовича, который предложил обезболивать роды закисно-кислородной смесью, энтоноксом, как это тогда назвали. Статья 90-го года. 30 лет назад наши японские коллеги уже делятся своим опытом применения севофлурана для обеспечения планового кесарево сечения. А чуть позже скандинавы позиционируют десфлуран как новый ингаляционный анестетик для кесарево сечения. При этом приводят методологию проведения и оценивают результаты как более чем удовлетворительные. Дело в том, что для того, чтобы использовать современные, надежные, легко управляемые ингаляционные анестетики в акушерстве, нужно помнить о главном. МАК в акушерстве. МАК снижается при беременности на 25-40% в зависимости от срока беременности, от триместра. Поэтому, обеспечивая кесарево сечение, вам достаточно использовать концентрацию всего в 2 МАК и ВЭЙК, доходя до 0,8 МАК, не выше. Этого достаточно, чтобы поддержать нужную глубину анестезии, избежать интранаркозного пробуждения. А вот если вы будете использовать привычную нам в общей хирургии концентрацию 1 МАК и выше, вот тут мы с вами можем получить и токолитический эффект, и повышение объема кровопотери, и депрессию плода, все те негативные моменты, которыми оперируют противники ингаляционной анестезии в акушерстве.
с 90-го года ни шатка, ни валка, тема развивалась, и вот уже в начале 2000-х мы видим сравнительные исследования, когда сравнивается анестезия десфлураном, севофлураном с эпидуральной анестезией при обеспечении кесарево сечения. Рандомизированное клиническое исследование, и вот результаты. Объем кровопотери абсолютно одинаковый. Нет достоверной разницы в различиях между до- и послеоперационным гематокритом между группами, да и внутри групп тоже. Замечательно себя чувствует плод, кислородный статус его, что в группе десфлурана, что в группе севофлурана, соответствует практически таковому в группе эпидуральной анестезии. Нет достоверных различий. А вот Алексей Иванович Грицан с авторами установили даже, что при оценке газового состава пуповинной крови у новорожденных, рожденных в условиях ВИМа анестезии севофлурана, достоверно лучше мы видим кислородный статус, нежели чем у новорожденных, появившихся на свет в условиях тотальной внутривенной анестезии. Еще один плюсик ингаляционной анестезии – это возможность более раннего начала грудного вскармливания. Метаболизм-то минимальный. Вот именно поэтому даже в самом последнем гайдлайне по определению времени грудного вскармливания у после кесарево сечения гласит, ингаляционные анестетики в значительной степени выводятся с дыханием при минимальном метаболизме. Из-за короткого периода полураспада и быстрого вывода их из организма их использование во время анестезии не исключает последующее грудное вскармливание. То есть если раньше еще считалось 5 лет назад, что хотя бы час должен пройти, то сегодня, по сути дела, эти временные рамки сдвинулись. Немаловажный плюс ингаляционной анестезии в акушерстве – это профилактика так называемого непреднамеренного интранаркозного пробуждения. Дело в том, что, как показали результаты национального аудита Великобритании и Ирландии, проведенного в 2016 году, частота интранаркозного пробуждения в акушерстве при кесаревом сечении, обеспечивающемся условиями общей анестезии, составляет один случай на 670 анестезий. Тогда как в целом популяции оперированных один случай на 19 тысяч анестезий, как видим, на порядок выше. Как показали исследования, даже при отставании без мониторинга на ранних этапах кесарево сечения от истинной глубины угнетения сознания, а это будет всегда, использование ингаляционной анестезии севофлурана, причем в дозировке достаточно, 0,8 мак, повторяю, предотвращает развитие интранаркозного пробуждения. Были проведены специальные исследования, опубликованные вот в этой замечательной статье в BGA. Следующий плюс ингаляционной анестезии в акушерстве – это возможность решения тяжелых клинических ситуаций. Ну, например, вот как в этом случае у беременной с врожденным пороком сердца и предлежанием плаценты. Причем ВПС состоял из транспозиции магистральных артерий, пульмонарного стеноза, ДМЖП и гипоплазии левого желудочка. Индукция этамидат альфентанил и поддержание анестезии севофлуран до 1 мака. Новорожденный 8 баллов по Апгар на 5 минуте. При абсолютно стабильной гемодинамики. Другая ситуация. Наверняка многие из вас с ней сталкивались. Девушка ростом 168 сантиметров,
весом 169 килограмм. 21 минуту у нее наши коллеги добирались до плода. В условиях какой анестезии? Ингаляционной. Плюс ремифентанил. Новорожденный родился в 2 балла по Апгар на первой минуте, но на пятой минуте это уже 8 баллов. Проводили анестезию с эуфлураном, хотя я при такой степени ожирения, наверное, выбрал бы десфлуран, учитывая его низкую жирорастворимость. Следующий вопрос – это о возможности ВИМа вообще в акушерстве. Да, ингаляционная индукция имеет такое противопоказание, как полный желудок. И, конечно же, если эта проблема не решена, то ни в коем случае не нужно выполнять ингаляционную индукцию. Я абсолютно не призываю никого выполнять ВИМа во всех случаях там, планового кесарево сечения. Но согласитесь, бывает экстраординарные ситуации, бывают серьезные клинические ситуации, когда вам понадобится владение ингаляционной индукцией. Мы не зря с вами подчеркивали в прошлый раз, что ингаляционной индукцией обязан уметь владеть каждый анестезиолог. Точно так же, как внутривенной индукцией. И посмотрите, что на рубеже веков, что в начале этого столетия. Статьи севофлуран для индукции при экстренном кесаревом сечении у беременной в астматическом статусе. Индукция с севофлураном при экстренном кесаревом сечении у пациенток с иглофобией, либо с отсутствием полным венозного доступа. Бывают такие ситуации, когда, может быть, вам придется прибегнуть к ингаляционной индукции, и тогда будет реализована методология ВИМа. Да, конечно, кесарево сечение подразумевает rapid sequence induction, то есть быструю последовательную индукцию. Обратите внимание вот на эту диаграмму, опубликованную совсем недавно в Европейском журнале анестезиологии. Это результаты международного опроса по выполнению быстрой последовательной индукции. И что мы видим? 2% анестезиологов в среднем при работе с взрослыми пациентами выбирает в качестве препарата первой линии для быстрой последовательной индукции севофлуран. Более 1,5% тех случаев, если гемодинамика нестабильна. А когда дело касается детской анестезиологии, то эти цифры возрастают в 5 раз. Вне зависимости, стабилен пациент гемодинамический или нет, каждый 10-й случай быстрой последовательной индукции – это ингаляционная индукция. Ну и, наконец, по обезболиванию родов. Как видите, точно тогда же, примерно в те же сроки, что и применение при кесаревом сечении, десфлуран стал применяться при обезболивании родов, равно как и севофлуран. А в 2007 году уже было доказано, что оптимальная концентрация севофлурана для обезболивания первого периода родов 0,8%. Эта концентрация обеспечивает необходимый запас прочности и уравновешивает уровень седации с хорошей анальгезией. Эта методология продолжала развиваться, пусть не так широко, как, может быть, нужно было или хотелось, но на сегодняшний день мы твердо говорим о том, что севофлуран в дозировке 0,4 мА с успехом используется для ингаляционной анальгезии, контролируемой пациенткой в первом периоде родов. Причем гораздо чаще, чем энтонокс, даже в той же Великобритании. Несмотря на преобладание седативных эффектов препарата над анальгетическими. Эта тема развивается и сегодня, и
плод совместной работы МАНИАК вместе с нашим институтом, совместных усилий Ефимовича Шифмана и Екатерины Юрьевны Упрямовой, разработка вот такого современного, оригинального способа ингаляционной анальгезии сульфурана при самопроизвольных родах. Это все есть в свободном доступе в сети, вы можете посмотреть и скачать себе вот эту табличку, какие проценты выставлять от момента индукции до потуг. Я просто скажу, что достаточно 0,4-0,25 мак для того, чтобы решить и серьезные клинические ситуации, и обезболить нормально текущие роды. Это значительное научное исследование, результаты которого в скором времени будут доложены на евроанестезии. Таким образом, подводя итог вот ответом на пул вопросов, касающихся возможности применения ингаляционных анестетиков в акушерской анестезиологии, можно заключить, что севефлуран, что десфлуран пригодны для поддержания общей анестезии при кесаревом сечении без серьезных каких-либо побочных эффектов как для матери, так и для дитя. Главное – выдерживать идеологию. Главное – помнить о дозозависимых эффектах. И тогда современная ингаляционная анестезия действительно способна помочь вам решить ряд проблем, связанных с использованием общей анестезии при кесаревом сечении. Например, интранаркозном пробуждении, иглофобии, обеспечении пациентов с низкими резервами, ну и так далее. Следующий пул вопросов был посвящен детской анестезиологии. Причем их было достаточно много, и они касались в основном и методологии тоже. Давайте разберем с вами некоторые особенности применения галогенсодержащих анестетиков третьего поколения у детей. Итак, был вопрос по потокам свежего газа у детей. Есть ли какая-то своя классификация? Нет, дорогие коллеги. Едина классификация потоков свежего газа. От высокопоточной, это 4 литра и выше, до закрытого контура, когда поток свежего газа равен потреблению паров газонаркотической смеси. Другое дело, что когда мы выставляем поток свежего газа, работая с детьми, то мы с вами должны, наверное, все-таки учитывать минутную вентиляцию легких, возрастные ее значения. Мы с вами должны учитывать тот факт, что севофлуран, а это анестетик выбора на сегодняшний день у детей, может применяться при потоке не ниже 1 литра в минуту. И дозировка его не должна превышать 2 мак в час, как того требует инструкция по применению препарата. Был вопрос о том, можно ли выполнить низкопоточную анестезию, используя очень хороший современный наркозно-дыхательный аппарат, не имеющий газового мониторинга. Нет, дорогие коллеги, не нужно этого делать. Мы с вами должны помнить, что низкопоточная анестезия, то есть поток 1 литр и ниже, возможно только при наличии полного газоанализа содержания состава газонаркотической смеси. Если у вас нет газоанализатора и капнографа, то ниже 4 литров вы поток снижать не должны. Следующий момент. Необходимо помнить о МАК. Мы с вами говорили о том, что МАК – величина достаточно условная,
рассчитанная лабораторно и возрастзависимо. Обратите внимание, новорожденный ребенок, севофлурам, мак, 3,3%. Это 1,5 мака для взрослого. Десфлурам, 9,16%. То же самое, 1,5 мака. Поэтому, пожалуйста, когда вы проводите анестезию ребенку, тем более не забывайте выставлять возраст в настройках наркозно-дыхательного аппарата. В противном случае можно просто-напросто допустить низкую дозировку препарата. То есть вам будет показывать, идет 2 объемных процента десфлурана или 6 объемных процентов десфлурана. Вы уверены, что вы идете в одном маке у годовалого ребенка, а по сути дела вы ему аж целых 4 объемных процента будете не додавать. Итак, мак у детей – очень важная деталь. Ингаляционная индукция у детей – такая ли, как у взрослых? Да, точно такая же. Хотя есть вариации, и мы о них сегодня скажем. Был вопрос, уместен ли фторотан на сегодняшний день для ингаляционной индукции. Но я приведу только одну работу, одну из последних, наверное, которые показывают, что сравнение галатана и севофлурана, ну, это примерно как сравнивать, я не знаю, Запорожец 82-го года выпуска с последним Мерседесом. Севофлуран – на самая лучшая альтернатива галатана для выполнения ингаляционной индукции. Как вы будете выполнять эту индукцию? Так же, как у взрослых, либо пошагово, либо болюсно. И какой метод выбрать, вам поможет вот эта замечательная работа профессора Лазарева с авторами, выводы которые очень важны. Клинические проявления методик болюсной и пошаговой ингаляционной индукции анестезии севофлураном у детей характеризуются специфичностью и значимыми различиями. Эти различия действительно значимы, что по уровню ажитации, что по частоте кашля, по частоте задержки дыхания и так далее. Хирургическая стадия наркоза при болюсной индукции анестезии наступает раньше, чем при пошаговой. Частота и выраженность проявления возбуждения у детей при пошаговой индукции анестезии севофлураном значительно больше, чем при болюсной. Ну и, наконец, пошаговая индукция анестезии значительно уступает по скорости и комфорту болезни. Отсюда делаем вывод, что метод выбора у детей – это болюсная индукция. Есть вариации. Но, например, профессор Ситкин, Сергей Иванович с автором, предложили такую методику, как ВИМА с эвофлураном с двойной болюсной индукцией. И пара вопросов была как раз-таки на эту тему. Что это за методология, хороша она или нет, можно ли ее использовать. Хороша, можно, по крайней мере, именно такого мнения придерживаются не только авторы статьи, но и те коллеги, которые уже используют двойную болюсную индукцию. В чем смысл двойного болюса? Вот смотрите. Контур заполняется, как обычно, 6 объемных процентов кислорода, севофлурана. И начинается ингаляционная индукция. Как только произошла потеря сознания, убирают подачу севофлурана. То есть, по сути дела, выполняют прекондиционирование. И вот этот эффект прекондиционирования позволил снизить и частоту ажитации, и частоту брадикардии. А через 3-4 минуты, когда
сознание начинает потихонечку восстанавливаться, дают повторный болюс, уже без тех побочных явлений, о которых, которые возможны при ингаляционной индукции. Посмотрите, какие замечательные результаты. Возбуждение во время индукции снизилось с 77% до 21%. Брадикардия менее 75 ударов в минуту у детей с 36% до 4%. А посленаркозная ажитация отмечена была в первой группе у каждого четвертого ребенка, а в группе двойного болиса всего в 4,5% случаев. Метод заслуживает внимания. Равно как заслуживает внимания и другой метод, а это метод низкопоточной ингаляционной индукции. Разработанный совсем недавно, и разработан он для детей до 5 лет. Разработан в целях, да, экономии анестетика. Заполняется контур, как обычно, 6 объемных процентов севофлурана. А как только накладывается маска, тут же поток с 6 литров убирается до 1 литра. Как правило, этого достаточно. Если нет, то авторы методики рекомендуют добавить еще 1 литр потока свежего газа и таким образом выполнять низкопоточную болюсную индукцию. Двукратное снижение расхода анестетика. Да, конечно, мы говорим ингаляционной индукции и подразумеваем севофлуран. Потому что десфлуран для ингаляционной индукции у детей не используется. Не рекомендовано ни производителям, ни клиницистам. Но для поддержания анестезии этот препарат выглядит порой выигрышнее даже, чем севофлуран. Еще на заре только, когда пришел только десфлуран в нашу страну в 2013 году, профессор Ликманов Андрей Устинович уже писал, на сегодняшний день десфлуран рассматривается как препарат для поддержания анестезии у детей, у которых трахея уже интубирована. Для снижения стоимости анестезии, а также в связи с известными выгодами использования низкого потока свежего газа, десфлуран широко используется у детей в низкопоточном режиме. Обычная величина свежего газотока составляет 1 литр в минуту. Литературные данные свидетельствуют о высокой эффективности и безопасности десфлурана у детей. Быстрая индукция севофлураном с последующим поддержанием десфлураном может быть особенно привлекательной к педиатрической анестезиологии. Но вот такая сэндвич-анестезия или ингаляционная сэндвич-технология действительно имеет место, и есть несколько публикаций на эту тему, я привожу только одну. Она, к сожалению, не по детям. Использовали у взрослых, но и даже у взрослых нашли действительно сокращение периода ранней посленаркозной реабилитации, если использовали сэндвич-технологию. То есть сначала выполняли ингаляционную индукцию севофлураном, а затем включали десфлуран и проводили уже анестезию десфлурана. Как видите, все временные отрезки анестезии и выхода из анестезии достоверно короче в группе сэндвич-анестезии. Надо сказать, что применению десфлурана у детей посвящено достаточно много рандомизированных клинических исследований. И вот вам мета-анализ 2016 года, который показывает, что частота ажитации что при десфлуране, что при севофлуране примерно одинаково, но вот достоверно короче период выхода из анестезии от момента восстановления сознания до момента экстубации. Более свежие работы
Понравилось мне это исследование, я решил вам с вами им поделиться. Четкий вывод. Десфлуран, обладая лучшим анестетическим эффектом, показывает более безопасный профиль анестезии именно у детей. Вот такое заключение, которое позволило авторам статьи призвать к тому, что препарат действительно достоин тому, чтобы его продвигать в клиническую практику именно у детей. Ну и, в общем-то, это мнение не только западных коллег. Пожалуйста, Юрий Станиславович Александрович с коллегами показал, что анализ показателей, отражающих скорость пробуждения, позволил установить, что в группе десфлурана все этапы окончания анестезии при хирургической коррекции позвоночно-спинно-мозговой травмы у детей осуществлялись быстрее. А в группе, обеспечивающей севофлураном, отмечалась большая частота послеоперационной ажитации, и у ряда пациентов были зафиксированы респираторные нежелательные явления. Ну, имеется в виду снижение сатурации после операции. Вывод авторов однозначен. Десфлуран снижает вероятность некоторых нежелательных эффектов в ближайшем послеоперационном периоде. То есть это достойная альтернатива севофлурану. Более того, эта альтернатива демонстрирует в ряде работ, да и в метаанализах тоже, меньшую степень ажитации у детей. Что такое ажитация? Ну вот классическое определение на английском языке, и вот его перевод. Ажитация, или его называют делирий пробуждения, emergence delirium, это диссоциированное состояние сознания, при котором ребенок раздражителен, бескомпромиссен, несговорчив, бессвязный и безутешно плачет, стонет, сучит ногами и дерется. Вы видите, какое красивое определение. Как диагностировать наличие истинной ажитации? По шкале ПАЭД, так называемой. Pediatric Anesthesia Emergence Delirium Scale. Пять состояний ребенка оцениваются баллами, и если суммарная оценка выше 12 баллов, то это 100% чувствительность для диагностики ажитации, ну, либо делирия пробуждения. Достаточно много факторов, которые сопутствуют ажитации, то есть способствует ее развитию. И говоря о них, мы с вами должны помнить не только о неких клинических состояниях, типа сепсиса, гипокалемии, гипоксемии, гиперкапнии и так далее, но и о том, что ажитация может провоцировать боль. Ажитацию может провоцировать быстрое пробуждение. Именно поэтому чаще всего, в общем-то, пишут при севофлуране, хотя на десфлуране это быстрее просыпается. Вот здесь некая несостыковка. Законы анестезиологии педиатрически просты. Ажитация чаще в каком случае? Чем младше, тем чаще. Чем больше ажитирует на пороге операционной, то есть больше страха, больше плача, тем чаще. И очень важно, чем выше поток, тем чаще. Исследования, которые сравнивали частоту ажитации при анестезии десфлураном и севофлураном, показывают неоднозначные результаты, но схожи в одном, что десфлуран обычно не чаще, а реже провоцирует ажитацию на выходе, и длительность этой ажитации, как видно из этой кривой Каплана-Мейера, гораздо короче, чем после анестезии севофлурана. Ну вот еще одна статья на эту тему, которую тоже исследователи не нашли достоверных различий между частоты ажитации и оценкой по шкале ПАЭД между группами севофлурана и десфлурана при рутинных лор-процедурах.
А вот этот мета-анализ, уже более свежий, показывает, что помимо того, что все временные отрезки периода ранее после наркозной реабилитации значительно короче при анестезии десфлураном, имеется и достоверное различие в частоте ажитации. Кокрейновский обзор, посвященный проблеме ажитации у детей при ингаляционной анестезии, при общей анестезии вообще, показывает, что, ну, например, по сравнению с пропофолом, соотношение рисков пропофол-севофлуран, частота развития ажитации 0,35, если используется пропофол и для индукции, и для поддержания. Если только для поддержания 0,59, нет до сих пор ясности, как пишут и в Кокрейновском этом ревью, в определении достоверности риска развития ажитации при десфлурановом наркозе, 0,76 с изофлураном, ну и так далее. Чем лечить ажитацию? Чем профилактировать? Но для лечения коллеги рекомендуют либо фентанил 1 микрограмм на килограмм, либо пропофол 1 миллиграмм на килограмм, либо кетамин 0,25 миллиграмм на килограмм. Вот любой из этих препаратов в виде болюса за полчаса до конца операции. Ну, более свежий вариант – более серьезный, правда, несколько удлиняющий выход из анестезии – это применение дексмедетомидина. Причем вот в этой работе, достаточно свежей, показано, что low-dose infusion, то есть инфузия в низких дозах, что болюсное применение дексмедетомидина в средней дозировке 0,4 микрограмма на килограмм нивелирует частоту ажитации практически в два раза. Вот еще одна работа, которая демонстрирует это уже наглядно по шкале по ЕДА. Ну, у нас в стране только с 12 лет, по-моему, разрешен дексмедетомидин. А что делать с детьми более младшего возраста? Вот исследование, которое подтвердило старую истину. Чем ниже поток свежего газа, тем реже возникает ажитация. Посмотрите, это хорошее рандомизированное исследование, и в котором удалось снизить частоту ажитации с 59% до 5%. Каким образом? В 10 раз уменьшили поток. В одной группе 5 литров в минуту, в другой группе 0,5 литра в минуту. Вот и все. Следующие вопросы касались нейротоксичности анестетиков и частоте послеоперационной когнитивной дисфункции у детей. Ну, эта тема достаточно обширная, говорить о ней можно много. Я просто подчеркну, что да, все анестетики обладают нейротоксичностью по своему механизму действия, положено им так выступать. Нейротоксичность общих анестетиков реализуется посредством множественных патогенетических механизмов и, как подтверждает ряд исследований, носит возраст-зависимый и доза-зависимый характер. Вот об этом надо помнить. Вероятность повреждения нейрона возрастает либо при повторных введениях анестетиков, либо их комбинации, либо при продолжительности анестезии более 2-3 часов. Это очень важный тезис. Наша работа еще 2013 года, моноанестезии с эвофлураном в сочетании с местной анестезией, это пациенты day care surgery, хирургия одного дня, хирургическая стоматология, операция от 30 минут до 3 часов, и мы смотрим, и не видим нарушения когнитивного статуса на 5-е сутки
после анестезии у детей дошкольного возраста. А вот у детей школьного возраста, оперированных в условиях анестезии либо фторотаном, либо пропофолом, либо севофлураном, все дети ASA1-2, в каждой группе анестетик был и анестетиком индукции, и анестетиком поддержания. Это наше мультицентровое исследование показало, что наименьшим повреждающим эффектом на когнитивный статус детей школьного возраста обладает севофлуран. Потому что, посмотрите, 27% первые сутки после операции, в два раза меньше на выписке 5-7 сутки, тогда, когда и смотрится истинное ПОКД, и через месяц мы не нашли когнитивных нарушений у этих детей. Тогда как после анестезии фторотаном и пропофолом 40% детей через месяц имели когнитивное нарушение. Исследование PANDA Study. Крупное, серьезное исследование. Сиблинговое. 105 пар близнецов. Один из которых был оперирован, а другой нет. В возрасте до 3 лет. Выводы. Если было однократное всего оперативное вмешательство длительностью не более 80 в среднем минут, когнитивных нарушений нет. Надо сказать, что во всех случаях использовалась ингаляционная анестезия либо десфлуран, либо севофлуран. MESC Study тоже очень серьезное исследование с большим набором пациентов. И те же самые выводы. Однократная анестезия ингаляционным анестетиком не нарушает дальнейшее когнитивное развитие ребенка. Каждое последующее вмешательство имеет значение. Промежуточные результаты исследования GES Study, еще одно международное мультицентровое исследование, когда сравнивали оперированных новорожденных в возрасте детей, одних в условиях регионарной анестезии, других в условиях вимосевофлурана. Прошло 5 лет. Нет различий в состоянии когнитивного статуса. Таким образом, GAS, PANDA и MASC Study, наряду с собственными нашими наблюдениями, наблюдениями наших многочисленных коллег, кто всерьез занимается этой проблемой, показывает, что действительно есть четкая дозозависимость, есть четкая зависимость от длительности оперативного вмешательства и четкая зависимость от анестетика. И если анестезия была однократна и проводилась ингаляционным анестетиком, то вреда большого мы ждать не должны. Был еще пул вопросов по применению галогенсодержащих анестетиков в различных областях хирургии. В частности, несколько вопросов было по применению севофлурана и десфлурана в онкологии. Возможно, нужно или воздержаться? Да, конечно, многие экспериментальные исследования, имеющиеся на сегодняшний день, показали, что ингаляционные анестетики могут оказывать эффект провоцирования метастазов, эффект развития опухоли и так далее. Но это экспериментальные данные, и они очень неоднородны, потому что имеются, например, данные и о супрессии пролиферации, например, тем же севофлураном, пожалуйста. Он может значительно подавлять пролиферацию клеток рака груди за счет остановки клеточного цикла в фазе G1. А это уже более свежая информация. Очень многие противники применения ингаляционной анестезии в онкологии ссылаются вот на этот метаанализ в канадском журнале анестезиологии. В прошлом году он был опубликован, и как видно из этого плота, использование тотальной внутривенной анестезии было связано с улучшением выживаемости без рецидивов по сравнению с ингаляционной анестезией, с объединенным коэффициентом риска
0,78. Ну, то есть на 22% лучше. Однако интерпретация этих результатов ограничена неоднородностью в отношении объема хирургического вмешательства, типов рака и характеристик пациентов, а также других ограничений, связанных с ретроспективным характером большинства исследований. Дело в том, что не было у этих исследователей задачи сравнить выживаемость в зависимости от вида примененного анестетика. А вот в этом исследовании, а это самое большое на сегодняшний день, рандомизированное клиническое исследование, которое включили более 2100 пациентов. Рецидив рака был аналогичным у пациентов, получавших сочетанную анестезию, это паравертебральная блокада плюс пропофол внутривенно, и общую анестезию с эвафлураном, соотношение рисков 0,97. И наблюдался у 10% пациентов в каждой группе в течение среднего периода наблюдения в 3 года. Техника анестезии также не повлияла на частоту возникновения послеоперационной или нейропатической боли. А вот это исследование будет опубликовано только вот буквально послезавтра в сентябрьском номере журнала «Анестезиологи». Гипотеза о том, что послеоперационное количество циркулирующих опухолевых клеток будет выше у пациенток с первичным раком молочной железы, получающих анестезию с эвафлураном, чем у пациенток, получающих внутривенную анестезию пропофолом, была проверена в рандомизированном клиническом исследовании с участием 210 пациенток и не подтвердилась. То есть тип анестезии не влияет на количество циркулирующих опухолевых клеток, определяемых динамикой. Вот вам свежайший метаанализ из Cancer Management and Research. Да, всего две работы по десфлурану было в него включено, но 15 работ по севафлурану. И метаанализ был посвящен изучению роли ингаляционной анестезии в опухолевом генезе. По одной работе на промоцию онкогенеза и на супрессию онкогенеза у десфлурана, а у севафлурана 3 исследования подтверждают промоцирующий эффект и 12 подтверждают ингибирующий эффект, то есть супрессию онкогенеза. В общем, нужны дальнейшие исследования, нужна ясность в этом вопросе, потому что пока точки над «и» не расставлены, и для того, чтобы обеспечивать эти тяжелые травматичные операции, которые, как правило, мы обеспечиваем сочетанной анестезией с привлечением регионарной анестезии, для того, чтобы и снизить в том числе фармакологическую нагрузку на пациентов, и использовать, например, такой эффект десфлурана, как быстрый выход после длительных 10-15-часовых операций онкологических. Работа, специально посвященная изучению этого вопроса, показала действительную достоверность более лучшего, видим, improve of the quality of recovery, то есть лучшее качество восстановительного периода после анестезии десфлураном у пациентов в онкологии. Ну и несколько вопросов было о возможности ингаляционной анестезии в нейрохирургии. 2011 год. Статья профессора Лубнина Андрея Юрьевича. В настоящее время общепризнано, что у нейрохирургических больных без грубых нарушений в интракраниальной системе проведение анестезии на основе ингаляционных анестетиков вполне допустимо. Нежелательные эффекты ингаляционных анестетиков в виде увеличения мозгового кровотока, внутричерепного объема крови и внутричерепного давления могут быть легко компенсированы таким простым маневром, как умеренная гипервентиляция, механизмы эффекта которой не нарушаются под воздействием ингаляционных анестетиков. В чем проблема тогда? Тем более, что
более чем достаточно работ о применении галогенсодержащих анестетиков третьего поколения нейрохирургии, например, краниотомия при супратентериальных, интракраниальных опухолях. И эти работы тоже показывают, что десфлуран лидирует. Несмотря на то, что ограничена его дозировка 0,8 мак в нейрохирургии, мы об этом говорили, не надо выше. Достоверное различие в скорости восстановления пациентов и в экстубации их на столе, если нужно. Еще одна работа, я специально привел эту работу, чтобы показать вам степень удовлетворенности хирургов. Три группы пациентов: пропофол, севофлуран, десфлуран. Нет достоверных различий ни в частоте побочных эффектов анестезии в виде кашля, той же самой ажитации. Ажитация, пожалуйста, один случай на пропофоле, один случай на севофлуране, ноль на десфлуране. А в полном покое большинство пациентов. Гипертензия тоже, частота недостоверна. Достоверно что? Достоверно различие в выходе из анестезии. После десфлурана и после пропофола быстрее просыпаются пациенты нейрохирургические, чем после севофлурана. Ну и одна из последних работ, которая меня заинтересовала, пожалуйста, что оказалось, что по сравнению с пропофолом, на фоне поддержания анестезии десфлураном наблюдается достоверно меньшая частота возникновения вазоспазма церебральных сосудов при клипировании аневризм головного мозга. У нас просто идут эти операции, поэтому я занимался изучением этого вопроса. Поэтому мы говорим, что в нейрохирургии есть место ингаляционной анестезии. Нет места ингаляционной индукции, особенно в тех случаях, если у нас есть плюс объем в замкнутой черепной коробке. А в поддержании анестезии, когда у нас скрыта дура матер, пожалуйста, любые плановые интракраниальные вмешательства, и десфлуран при этом обладает достаточными преимуществами в сравнении с севофлураном, со слов Актива Валерьяновича Щеголева с авторами. Время восстановления ориентации, памяти и концентрации внимания различались на этапах 15-30 минут. В группах десфлурана они были быстрее. Использование десфлурана не сопровождалось ухудшением условий выполнения операций и не приводило к увеличению числа нежелательных послеоперационных явлений. Они были адекватны такому же количеству при анестезии севофлурана. Я постарался в отведенное мне время ответить на максимальное количество вопросов. Ну, конечно, ответил далеко не на все. Я прошу прощения у тех наших слушателей.